Всем привет, у нас на обзоре кофе в зернах торговая марка Паулик, президенты, Gold Label, 100% арабика. Брал я уже от этого производителя кофе. Кто желает, посмотрите на моем канале других марок. Паулик — это финское качество и опыт производства премиального кофе с 1876 года, гарантирующий вам изысканный и гармоничный вкус кофе в каждой чашке. Красота, лепота. Это бленд из 100% арабики, читаю сверху, поближе к вам поднесу, превосходно передает вкус отборных зерен кофе из Южной Америки и Восточной Африки. Способ приготовления: прямо в чашку можно заливать как растворимый. Фильтр кофеварки, степень обжарки 2, плотность 2, кислотность 4, аромат 4, вкус с нотами фруктов и цитрусовой кислинкой. Я думаю, что им нужно все-таки подобное указывать, в том числе и на лицевой стороне упаковки, я имею в виду на русском языке, чтобы было понятно, что здесь за кислинка и что здесь ноты фруктов. А каких, интересно, фрукты же бывают разные. Ну да ладно. Есть в Финляндии производство и в России. Ну, это российское кофе. У них есть здесь соответствующий адрес, где они все это производят, рассыпают. Поэтому это не финское. Хотя марка сама, естественно, Запада. Смотрим, открываем, что у нас внутри. Запах какой? Запах присутствует, но... У Эгоист недавно брал, две пачки подряд, соответствующие обзоры также имеются. У меня на все обзоры есть, я всегда с собой беру видеокамеру, сами зерна. Так вот, показалось, что у Эгоиста, да, Эгоиста какие-то сорта, забыл уже как называются, новиночки, трюфель и еще какой-то. У них прямо кофе, открываешь пачку, на таком расстоянии я чувствовал. Здесь несколько... по-иному. Не то чтобы какой-то затхлый запах или пережаренности, но не такой, по ощущениям, свежий и яркий, чтобы бил на расстоянии. Да, запах кофе есть, но он близко стелется непосредственно к нему самому. А такого, чтобы вскрыл пачку и пошло оттуда как ударной волной, нет, нет, и еще раз нет. Ладно. Зерна не блестят, мусора нет особо. Давайте сварим, посмотрим. Две кофейные ложки молотого кофе на следующую небольшую чашку. Вы знаете, боюсь ошибиться, чем-то напоминает простой растворимый кофе. Может быть, поэтому недаром советуют насыпать в прямую чашку. Напрямую, как растворимый. Ну, это, конечно, неудачное сравнение, аналогия. Но, тем не менее, вроде бы неплох. Присутствует кофейная выразительная нотка, но она сглажена. Ладно, звонят.